Ego ascendam tibi dolor! Sic recurre ad mulierum terras! Отвлеките противника! Я прорвусь! Отвлеките противника! Я прорвусь! Я прорвусь! Ultimum quod, tentasset! Si reversus fueris, condemo pro amici! Дерево! Защищайте Кирия! Эттеркутиамус ил! Проделать такой путь, чтобы сдохнуть! Я все сделаю! Я выпотрошу тебя! Я вижу врага! Recurri ad mulierum terras, et sabo vos in consummationem! Ты не пройдешь, крыса!
Insulti sanguinem damnatus! Venitin! Stecore sancto! Campana! Tic molestus! Deus! Tibi opus est auxilium! Ханечеру! Плечам к плечу! Охранники не противника! Я прорвусь! Ха! Глупец пришел сам! Твои боги ждут тебя! Слышишь? Байк силы! Я ждал этого! Ты готов к смерти? Прими свое наказание, Септимий! В Дуате тебя с радостью примут! Ты умрешь! Растратил всю ярость, Меджай. Так вот почему твой народ так быстро сдался. Эх, ты болтлив, пес. Я отрежу твой язык. Вырву твое сердце и скормлю крокодилам, Септимий! Оставь свою глупую надежду на победу! Не вставай! Сдавайся! О твоей слабости не узнаю! Умрешь, как герой! Ты умрешь! Ты хоть умеешь драться? Прими наказание, Септимий! Боги примут тебя! Соскучился? Стой, Байек! Он римлянин. И мы сами осудим его. Он убил Хему! Наш фараон погиб! Thank you.
Теперь все. За что мы так долго проливали кровь? Станет нашим! Мы победили всех врагов. Только я могу повести Египет в новую эпоху благоденствия. Ты заодно с Септимием, а нам закрыт путь во дворец? Я не стану вас осуждать, но послушайте. Ну, говори, пока мой клинок не лишил тебя дара речи. Ваша служба окончена. Царица вас наградила. Прости, Ая. Да ну! Мы бились за нее! Возвели на престол! А он еще жив! Где справедливость для нас? Септимия должны были судить в Риме. Цезарь защищает орден. Ради Клеопатры пришлось пойти на уступки. Ты братаешься с убийцей моего сына! Мы пойдем на все, чтобы отомстить! Ты понимаешь? Цезарь винит вас в смерти Птолемея. Фараона, бога, тут я бессилен. Плевать, что думает Цезарь. Я заключала договор с Клеопатрой. Потерпи, Ая. Дай мне все уладить. А пока, прошу, не встревайте. Не все так уж просто. А! Предатель. Из всех слов не могу выбрать нужное. Разум царицы отравлен Римом, а мы все ей поверили. Египет ждет погибель. А Рим в руках ордена. Наш враг крепнет. Хватит, хватит. Я был неправ. Это моя вина. После смерти сына я мстил в гневе и ярости, но лишь сделал их сильнее. Мы все разные, но мы сражались вместе, чтобы вернуть трон Клеопатре. Я совершил ошибку, друзья, но это она свела нас с вами. Теперь наши враги скрыты в тени корон. Они прикрываются царями и царицами. А кто скрывается в тени, чтобы помогать людям? Мы... Здесь начнется наш новый путь. Все было не зря. Мы должны продолжать бой, должны защитить свободу воли. И пусть нас мало, наше братство дает надежду. Нашей стране не нужны цари. Ведь наша вера, наше кредо, наш долг объединят нас. Клянусь, что для всех сыновей Египта я стану отцом, которым не стал для Хему. За братство! За братство! Ты был прав. Я поверила лже-богине. Остается один вопрос. Септимий. Он взял посох Александра. Зачем? Их интересовала гробница Александра. Ответ там.
Я убью Клеопатру за ее поступок. Мы должны думать о насущных делах. Но зачем, Баек? Скажи, что у нас осталось? Ну, что с тобой? Сила. Дороги. Родные земли. Нельзя все бросить, Ая. Мы должны найти убийцу Хему. Да. Мы выполним свой долг. Впереди стража. Что ж, в нашем деле любые аргументы хороши. Давно мы с тобой не проводили вместе больше пары дней. Правда? Даже не верится. Ая, наш путь не из легких. Думать нужно не о времени, но о целях, Байк. Идем, нужно спешить. А? Вижу стражников. Здесь что-то назревает. Что-то дурное. Это римляне. Люди Цезаря? Чтобы нас увидели. Думали совладать со мной? Ха! Аполлодор? Мы должны помочь. Опасно. Вам здесь не место. Не мы здесь чужаки. Успокойся, глупец. Жить за всем будешь. Стоит Флавий. Мне жаль. Он убил твоего сына. Они были здесь. Забрали сферу. Ушли в Сиву. В Сиву? Байк, а я... Ваши люди погибнут. Идите! Прощай, Аполлодор. Аид примет тебя. Мертвая тишина, и звери притихли. Словно в деревне началась чума. Я знаю.
этим стоит Флавий. Давно следовало убить этого мерзавца. Нужно попасть в крипту. Римские солдаты. Видимо, люди Флавия. Убить этих чужаков! Ультимен код! Тентасет! Oh!
Все это устроил Флавий. Он привел сюда Цезаря и римлян, желая захватить власть. Мы верили ему. Напрасно. Раби, что случилось? Байк, Айя, скорее, Эбзефа, Крипта. Раби, мы скоро вернемся за тобой. Тантей, Мора! Байк, впереди опасность. Сестей, ты тру! Взять их! Tibi dolor. Whoa, whoa. Whoa. E double vos in consumationem. Стражники будут нас искать. Это нам не по зубам. Не горячись. Стражники будут на...
искать. Приказ Флавия. Никто, слышите, никто не должен попасть внутрь. Тибиаве! Стражники будут нас искать. Осторожно! Крипта открывается! Бежим прочь! Смотри, крипта! Их страшит эта дверь. Они бегут! Осторожно, неизвестно что там. Узнаем, что произошло. Байк, это все сон? Мы находимся в Дуате. Представить не могла, что здесь такая красота. Смертным не следует быть так близко к богам. Создал. Неужто боги? Тут вся наша история. Байк, Байк. Это Хабзефа. О, брат мой. Пустыня забрала твою жизнь. Погиб мой лучший друг. Нужно остановить Флавия. Нет!
Нельзя бросать его! Нужно устроить похороны! Давай, Байк, я рядом. Хибзефа не знал о Бордине. Убивать его не было причин. Флави вырезал его сердце как знак. Именно он убил Хему. Муж мой, мы найдем его. Байк! Что тут творилось? Просто ужас! Римляне вошли в крипту! Септимий и Флавий. С помощью каких-то предметов они легко открыли ее! Эбзефа хотел помешать, но оказался бессилен. Они вошли внутрь. Я увидела синий свет и решила сбежать. Все жители деревни лишились рассудка и упали без чувств. Они разрушили Сиву! Их ждет смерть! Их надо остановить! Байк, Айя! Жители деревни будут молить богов помочь вам. Сперва похороним Хебзефу. Месть свершится потом! Пригласите сюда бальзумировщиков. О, великий Анубис, прошу, прими этот дар вместо сердца Хебзефы, чтобы его душа смогла найти путь в благословенные поля Иалу. Хебзефа, друг мой. Сейчас бы поговорить с тобой. Выпить пиво. Хебзефа, где ты сейчас, друг мой? Бродишь в полях Иалу? Байк, Эбзефа высоко ценил это оружие. Он был бы рад передать его тебе. Почту за честь. Жители схватили и допросили римского солдата. Флавий отправился в Кирену, а Септимий в Александрию. Я убью Флавия. На границе с Киреной есть дом. Местные могли видеть Флавия в тех местах. Ступай, а я вырежу сердце мерзавцу Септимию. Куда бы мы ни пришли, горести следуют за нами по пятам. Возможно, нам стоит смириться. Это тяжело. Я не хочу, но... С каждой мыслью о тебе я вспоминаю Хему и все, что мы потеряли. И я.
Ну что ж, будем убивать. Прощай, Айя.